Арсенал, трансферное окно и на кону новый скандал. Поводом послужило не подписание нового контракта капитана и по совместимости нападающего Арсенала и сборной Голландии Робина ван Перси. Уже совсем скоро, через год, Робин может уйти свободным агентом. Руководству клуба и Арсену Венгеру надо решить сейчас, продавать или надеяться на лучшее. Но в Арсенале есть такая тенденция – уходить к принципиальным соперникам. И о доверии даже лидеров клуба не может быть и речи. Сколько всего было сказано – я капитан и навсегда останусь канониром. Перехожу ради титулов, давно ничего не выигрывали. И даже в этой ситуации общественность разделилась на два лагеря. Первый, и он позитивный, оправдывающий. Ведь Ван Перси слишком много сделал для клуба. Помог ему закрепиться в тройке и вообще супер нападающий с большой буквы, которого уже сейчас ставят и сравнивают с Месси и Роналдо. Руководство просто не понимает и не желает идти на уступки и платить Робину то, что он заслуживает. Ведь сейчас футбол в первую очередь деньги, и кто себя дороже продаст. И Персию можно понять, хочет заработать, но предавать Венгера он точно не желает. Может, где-то правда и есть в этом мнении. Второй лагерь. Тут негатив, озлобленность и надежды. Опять ситуация о продажности игроков. Для них только деньги означают футбол, а про саму игру они уже давно забыли. Лидер, капитан, легендой хотел стать. Робин хороший нападающий, но это при доверии Венгеры, которого он готов продать ради шейхов. А что будет в другом коллективе, с другим наставником? Помним, как регрессировал Адебайор. Ну и Насри с Клиши показали, что уровень их игры переоценился изначально. Психология очень важна в футболе, в клубе. И теперь посмотрим, что в нынешнем сезоне слепит из молодых и дерзких канониров. Когда половина команды хотят титулов, пора уже их выигрывать.